Всем привет, друзья, на связи снова Дровивка. Продолжаем с вами играть в CUT Call of Duty Mobile. И сегодня мы наконец-то будем, точнее, купим. И вот тоже вот хотел эту тему проговорить. То есть, когда вы не получили, то есть, если вы, допустим, не играли в Call of Duty в то время, когда там были, проходили эти события, и вы не получили коктейль Молотова там, или тигровый тигр, вот, теперь они здесь есть, то есть, их можно купить. Так, ну ладно, мы давайте возьмем, наверное, сначала вот эту М21 ЕБР в окраске в огне. Блин, как же она брутально выглядит. Просто. Ну, это секси, ребята. Как еще можно сказать? Это просто офигенская тема. Блин, такая прям красная, желтая, белая. Блин, классная расцветка. Вот это я понимаю расцветка. Красотка. Так, естественно, мы ее сейчас протестируем обязательно. Так, так не хочется Арктику менять, потому что она мне больше всего нравится. Но не будем мы ее менять, мы поменяем лучше пулемет, который уже попробовали в предыдущем ролике. Так, где он? Вот она. У-ху-ху-ху-ху. Это у нас... Убийство оружием имеет шанс вернуть один патрон в магазин. На самом деле, не видел я этого пока, ну, не прочувствовал. Возможно, в дальнейшем когда-нибудь прочувствую. Но так она выглядит, конечно, классно. Естественно, мы ее сейчас улучшим. Что там написано, я не пойму. Что написано? Рафина, что ли, какая-то? Не пойму. Ну, ладно. Так. Давайте, наверное, это используем для улучшения. Та-дам! Блин, нравится мне цвет красный. Вот этот. Очень красиво выглядит она. Так. Оптику никакую не ставим. Тут ставим приклад. Тут поставим пули. Ну а здесь поставим увеличенный магазин. Так, все, больше ничего не меняем. Блин, опять я ее не выбрал. Все время забываю выбрать в конце. Все, убираем. Так, все остальное не меняем. Так, это так, так оставляем. Все как есть, все. Блин, ну классно она выглядит. А ну-ка, если с другим человечком? Ну, пусть будет Мейсон. А здесь поставим для этого ролика красный такой. Ух, вообще. Красота. Так, ну и все. А, ну, естественно, попробуем мы ее на превосходстве. А именно на карте Crossfire. Самое подходящее для этого. Так, все, погнали. Так, ну что, нашлась карта. И, по сути, здесь будут опять, наверное, чебуреки. Ой, то есть ботинки. Потому что, ну, вон я вижу, вижу хлебный осел есть. И вот эти вот всякие, которые с скинами типа других, я на самом деле не знаю. Может быть, вот этот байк, бомя, который вон, может быть, он не этот, не бот. Не знаю, посмотрим сейчас. Короче, выбираем. Вот она, красотка. Как мы помним, это оружие, оно надо два раза выстрелить, чтобы убить. Ух ты, блин, классно выглядит. Даже на низких качествах. Графики. А, нет, это все-таки человек, походу, получается. Ну, вон тот, который... Как он? Бояк или как его там? Ну да, прицельно надо два раза выстрелить, и тогда ты попадешь. Ой, то есть тогда ты убьешь противника. Перезарядка классная, выглядит оружие офигенски. Будем теперь им... Ну да, два раза надо выстрелить, тогда ты точно убиваешь. Вот раз и два. Опять же. Раз и два. Нет. Два, но чуть-чуть не попал. Опять ставим. Опять раз, два. Раз, два. Ну да, два раза надо выстрелить, чтобы убить противника. Этим оно мне не очень нравится, но, опять же, сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится этим оружием играть, кому-то нравится другим. Я, например, предпочитаю именно Арктику и, ну,
принципе, я только Арктику предпочитаю. Конечно, еще есть вот этот UL-33, который DL, но это же, опять же... Блин, ну, короче, рассветка обалденная. 3000 она все стоила свои, как ни крути. Раз, два. Ну да, два раза. Стабильно два раза. Или... Нет, один раз в голову, наверное. Но в голову я сейчас пока попасть не могу. А ну-ка вот сейчас. Не, нифига. Два раза надо. Раз. О, уже нюк. Ну, по-любому тут башмаки. Так, у меня осталось 4 патрона. Это получается с увеличенным магазином. Если не кривить, то можно нормально. А, ну все, можно. Победили. Первый раунд. Не, рассветка офигенская. Не пойму, что там написано. Не знаю. Напишите в комментариях, что там написано. Так, ну, чтобы использовать бомбу, мы ее в конце самом используем. Там как-то будет 89. Тогда можно успеть использовать ее. Вот они бегут. Ну да, два раза. Поставим вот так вот. Стоит. Не, рассветка обалденная. Красная такая. Красивая. Что такое-то, а? Никак попасть не могу. А, уже с другой стороны. Месси. Да, это плохо, если они здесь появляются. Ставим так тогда. Так. Итого у нас осталось еще, ну, в принципе, нормально еще патронов. Нормально. Где он там? А, вон он. Через стенку. Вот они, эти пули. Для этого самое то. Так, все, срочно, срочно нажимать надо. А то опоздаем. Даже, наверное, уже опоздали. Уже, наверное, опоздали. Поздно слишком. Ну ладно. Да, в итоге мы не успели использовать бомбу. Точнее, мы ее использовали, но она уже не взорвалась. То есть хотелось, короче, запустить, чтобы она взорвалась именно в тот момент, когда произошел взрыв и уничтожил противников. Но, опять же, запоздали, то есть... Надо вот 87 или 88, тогда успевается она срабатывать. И как раз в тот момент, когда, короче, последнее убийство вашей ядерной бомбы. Так, ну что, дамы и господа, посмотрели мы с вами снайперскую винтовку М21 ЕБР в рассветке в огне. Очень красиво выглядит, будем дальше тестировать. Ну, опять же, тестировать, как буду ее в королевской битве, естественно, поставлю. Ну, иногда будем... пробовать ее. Также скоро будут выходить ролики на канале про королевскую битву именно полностью. То есть я сделаю серию роликов с разными командами, потому что у меня практически 100 с чем-то там за сотню друзей. Из них есть люди, которые хорошо играют, которые сейчас находятся в легенде уже, а я никак не могу долезть, потому что лошара. Да и не то, что даже лошара. Иногда попадаешь с какими-нибудь игроками, которые, я не понимаю, вот зачем заходить в игру вчетвером играть, если ты летишь один. Это тут просто... Короче, ладно. Это уже разговоры. Короче говоря, посмотрели мы с вами М21 ЕБР в огне. Красивая, красивая раскраска. Само оружие классное, да. Но только вот два раза надо попасть прицельно, тогда убиваешь. А так, как бы, если бы она была пока картика с одного, я бы тогда на NE играл. Так, все, на этом мы заканчиваем. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.